Искать мастеров ЖЭУ больше не придется жителям почти 90 домов в Ленинском районе Самары. Прорвало трубу в квартире. Позвони в колл-центр, предлагают в управляющей организации «Коммунальник», где открыли единый диспетчерский пункт. Круглосуточно операторы принимают заявку от жителей, заносят данные в специальную программу, где информация отображается в режиме онлайн. Видят ее как сотрудники ЖЭУ, так и руководство управляющей компании. Аварийные случаи отображаются на экране красным цветом. На их устранение отводится не больше суток, а вот уже исполненные заявки выделены зеленым. Также в колл-центре собственники квартир могут получить консультацию по вопросам ЖКХ. Такая единая диспетчерская система позволяет повысить контроль за качеством работы управляющих компаний и увеличить скорость выполнения аварийных работ. За месяц работы в колл-центр поступило более 200 звонков. В идеале мы должны стремиться к тому, чтобы у нас была общая система по городу, которая объединяла бы, в принципе, все управляющие компании, чтобы вот общая система объединяла, соответственно, всех пользователей коммунальных услуг по городу, и сразу мы бы отслеживали эту заявку по ходу уже ее исполнения.